вами снова XMM, с вами снова XMM. Неделя UIG. Mm-hmm. Кто вновь к нам зашел и только и впервые нас видит, ребята, у нас неделя UIG компании, мы смотрим и делаем реакцию на артистов UIG. Поэтому листайте ниже и смотрите, на кого мы уже сделали реакцию. Итак, очередь дошла до группы Icon. Мы очень любим Icon, и наши давние подписчики, кто уже с нами давно, знают, мы с ребятами знакомы, мы уже на них делали реакцию, да. Кого что интересует, да. Вы можете просто поискать у нас на канале, у нас есть реакции на группу Icon. Итак, я решила уделить сегодня внимание именно этой песне, потому что девочки ее не слышали, клип не видели. Я все заранее узнала, не волнуйтесь, я к этому очень педантично отношусь. Поэтому... Это тот, что... А эту песню я услышала, кстати, сама недавно. Недавно, хотя группой Icon интересуюсь, ну, так, не могу сказать, что первый раз, уже год я с ними знакома. Почему? Но именно эту песню я почему-то... Я не знаю, почему, может быть, она какая-то недооцененная. Не слушаю. Может быть, кстати, я чтобы так. Просто знакомиться, да. Для нас, как реакторов, это да. Очень важно. Иметь да. Как бы свежий взгляд и первое мнение. Итак, песня Killing Me. Killing. Ребята, ну что, вы сможете нас убить? Поехали. Да, я думаю, что смогут. Что-то, наверное, зажигающее, что это будет такое прям? Зажигающее, ты сказала? Он зажигает. Зажигалочка. Окей. Да. О, я. Ой, блин. Мотивчик прикольный, скажи. Да, бит уже интересный. Да, да, сразу. Бобби! Просто я, понимаете, ну я не знаю. Слушай, просто я молчу, уже все моих нет про него говорить. Вау, красивая песня. Смотрите, сразу чувствовалось, что бит будет крутой. Вау, вот такой танец классный. Я не ожидала такого припева, честно. Вау. Нет, ты у тебя тоже на сердце защемило сейчас, да. Вот поэтому я ничего не смотрю вот с этими людьми. Бесит, меня тоже бесит. Я влюбилась в эту песню, я влюблена. Да, еще такой припев неожиданный. Она одновременно грустная. Я обожаю этого парня. Просто, вы знаете, фанат его голоса. Вау, какая песня. Ты понимаешь, что она одновременно грустная, одновременно... Да, что-то, что-то мне просто... Хочется танцевать, да? Зажигать под нее. Потрясающая песня. Ну, это какая-то необычная. Я знаю, под что сегодня мы с тобой будем зажигать. Ну, точно. Вау! Я хочу выучить эту песню, вообще подпевать. Я, знаете, что быстро скажу сейчас, пока не забыла. Я поняла, почему я не слышала эту песню.
Есть некоторый ряд групп, которые меня расстроили в плане, что вот уход по участника, еще что-то. Я после этого не могу, то есть я даже вот некоторые группы, не буду сейчас данные рекомендации называть. Да, не надо, мне сердце болит. В реакции, точнее. Расстраивают. Я даже то, что у них новое выходит, я не с таким рвением смотрю, потому что мы же с вами смотрели все-таки такие работы более старые, где есть все ребята. Все ребята, и потом я просто вот... расстраиваюсь. Всё, знаете, по я и добавлю насчет этого, что я жду, говорят, что он возвращается, BI. Просто, чтобы он всех там уделал. И... Но все равно, как бы он круто что-то не создал, его уже нет в Icon, и мне это будет щемить мое сердечко. Да. Но Пися потрясная, Роза! Медея! Они! Да, я вообще не ожидала, что это идет такая красивая, а потом там, и все равно вот... Очень кочевый бит, да, вот по биту, как начинается песня, сразу можно понять, лажа это или это взорвет. Да. Всегда что-то ожидаешь, как бы эта песня, как фильм, знаете, держит тебя под напрягом, вот сейчас припев, сейчас будет вот эта конфетка, эта изюминка, и вот она. Идеально, гениально. Я когда ты сказала вот и название песни Killing Me, я думала, что будет такое, знаете, ну Icon там то, что-то сейчас будет. Но это я вот этого я не ожидала. Это совершенно другой какой-то формат музыки, что ли, не знаю, что это. Именно да, для Icon. Да. Свежо, по-другому. Согласна. Очень нравится, очень нравится. В общем, станем лучших, ребята. Ребят, не забывайте свои впечатления, пишите нам, обратная связь очень важна, очень. Ребята, подписывайтесь на наш канал, не забывайте, подписывайтесь на все наши соцсети, которые будут указаны внизу. Да, ребята, подписывайтесь. С вами были XMM и Icon. Пока-пока. Блин, такая... Давай слушать, я не могу, я не знаю. Это...